Пожарные расчеты стягиваются к месту хранения запасов топлива. Сотрудники МЧС должны ликвидировать возгорание резервуара объемом 2000 кубических метров. Такова легенда комплексных пожарно-тактических учений, в которых помимо огнеборцев приняли участие сотрудники управления гражданской защиты и представители компании «Энергопромресурс». Они быстро должны сообщить о сложившейся ситуации в пожарную охрану, обеспечить резерв пенообразователя в сохранном состоянии и чтобы он отвечал требованиям завода-изготовителя. Основной очаг возгорания при таких пожарах тушится с помощью специальной пены. Вода используется как вспомогательное средство. С ее помощью охлаждают соседние резервуары с топливом. В рамках учений сотрудники МЧС тренируют навыки работы с различным оборудованием. В этот раз для подачи огнетушащих средств они использовали автолестницу. Топливное хранилище на территории «Энергопромресурса» – объект стратегического значения. Тренировки и учения здесь проводятся регулярно. Их организуют таким образом, чтобы как можно больше пожарных смогли поработать на этом объекте. Стараемся дежурный караул менять местами, то есть не каждый караул здесь практически каждый год отрабатывает, поэтому стараемся 4 караула у нас по суткам менять каждый год разный караул. В этих пожарно-тактических учениях приняли участие 36 сотрудников специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России. По итогам тренировки они получили оценку удовлетворительно. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».